Underground бренд Freak Label представляет. Здравствуйте, Вячеслав. Спасибо, что согласились на интервью. Вас сложно выловить даже в нашей стране. Интервью мы записываем для паблика Джей Катлера, и мы там подготовили вопросы на разные темы. Давайте поговорим. Задавайте. Первый вопрос больше касательно тренировок. Вячеслав, дайте совет. При сушке тело хорошо реагирует, но вода не уходит с ног. То есть очень медленно. Что человеку можно предпринять, то, что и рельефа нет на сушке? Ну, скорее всего, это не вода, во-первых, потому что все путают воду с жиром. У каждого человека на теле есть такие, знаете, хранилища жира, где жир уходит последним. У каждого человека индивидуально, у кого-то это на спине, у кого-то внизу живота, у кого-то на боках, бицепс бедра, ягодица. И это генетически предрасположено, с этим ничего не сделаешь. Никакая, знаете, большая работа на эту часть тела, на эту мышцу не поможет, поэтому сушиться дальше, пока не высохнет. Только ждать и терпеть, и надеяться. Насчет воды я как-то не очень верю, что вода скапливается в ногах, это скорее всего жир. Ну, то есть нужен чисто опыт соревнований, раз за разом, чем больше будет сушки, тем проще будет это высушить, поэтому надо терпеть, ждать и повторять процесс сушки. Ну, в принципе, да, логично. Дальше вот второй вопрос задает Роман. Можно ли только фронтальным приседом накачать ноги? Ну, то есть использовать и другие, но без приседа на спине. Но, видимо, он не указал, какие ноги именно. Да нет, ну, в принципе, понятен вопрос. Но фронтальный присед, конечно, не настолько эффективен. Он близок, но не настолько эффективен, как классика. Но если по каким-то противопоказаниям нельзя делать классический присед, то фронтальным приседом вполне можно работать нормально. Давать нормальную нагрузку, построить нормальные достойные ноги, я считаю, можно. Как бы у меня не было такой вот прямо практики, чтобы человек только фронтально все время приседал. Но я думаю, что почему бы нет. Не вижу каких-то сильных противопоказаний этому. То есть это в основном, если у кого-то вот есть проблема какая-то со спиной? Да, есть проблема, когда не только со спиной, и с ногами, там положение ног не могут поставить под классический присед. Так что колени часто лучше реагируют на фронталку, чем на классику. То есть я считаю, что возможно. Надо стараться над работой, думаю, получится. У человека после тренировки сильная слабость, болит голова, не имеют конечности. В чем может быть причина? Причин может быть очень много. Мне часто, знаете, прилетают такие медицинские вопросы, на которые нет одного ответа. Прежде всего, то есть надо человека знать? Надо человека обследовать. Прежде всего, человек может быть гипертоник. Это скорее всего, то есть надо контролировать давление. Если же с давлением все в порядке, то часто болит голова из-за того, что проблемы с шеей. И тренировка, физическая нагрузка как-то усугубляет ситуацию, и шея передавливает, начинает немножко в голову отдавать, соответственно, болит голова из-за этого. И там, в принципе, может быть много проблем по всему телу. Сосуды, это все в голову отдает, поэтому это я здесь не кашпировский диагноз по телевизору не поставлю, я не это самое, знаете. Но просто это однозначно не скажешь, надо обследоваться. Головная боль – это очень серьезно, это нельзя как бы запускать, надо заниматься. Вот дальше такой вопрос, наверное, более интересный для вас. Кирилл Новиков задает. Вячеслав, здравствуйте. Назовите свой топ-3 российских и зарубежных атлета. То есть, наверное, можно еще разделить вот вообще за все время и вот сегодняшних современных. Топ-3 и почему вот вы их выделяете? Сегодняшних современных, я как бы, знаете, такой вид спорта, что сегодня ты чемпион, а завтра ты никто. Вот кто сегодня победит на Олимпии, те и топ-3. Все, как бы точка. Ну, судя по тому, как дело идет, да, победит Хит. А он уже выиграл сегодня он с утра. Выиграл, да? Да. Ну вот, видите, вот тройка. Я же даже не знаю. Ну, Рами, Хиту, наверное, Хиту и Рами. Да? Рами. И ну, Рами вот, второй. Ну, Рами второй, да? Да. А ну, даже хорошо. Ну вот, значит, они сейчас трое ведущих. А, ну, как бы это вот сегодня так, а через неделю уже можно будет говорить о том, что тройка может и поменяться.
Так и в России. Вот пройдет сейчас чемпионат России. Будет тройка, значит, эти три спортсмена там будут ведущие в стране. А за все времена, ну, если говорить, наверное, я бы сказал не о форме, а о влиянии на спорт как таковой, то есть люди, которые наибольшее произвели впечатление, из-за которых люди начали заниматься этим видом спорта, то есть такие, да, лидеры, именно примеры для подражания, то в мире, ну, наверное, Арнольд, Дориан, Ирони, наверное, вот эти три такие столпа бодибилдинга в мире. В нашей стране, тут еще сложнее, ну, Федоров, безусловно, да. В лучшие годы. Шелестов Сергей, очень я с большим уважением всегда относился к его результатам. Ну и, ну, наверное, Вишневский. Вишневский тоже был большой величиной в спорте в свое время, именно как спортсмен. Так что, мне кажется, вот эти три. Дальше такой вопрос. Просто у человека крик души. В чем вообще проблема нашей фитнес-индустрии, что многие атлеты в основном соревнуются в Москве, в Питере, и все, это их предел мечтаний, дальше они особо не едут. Хотя, ну, возможно, финансовая, ну, как способность есть. И что, в чем там проблема? Может, денег не хватает, не знаю. Так как есть такие примеры, как словаки, они вот в последнее время набрали хороший темп и попадают на Олимпию. И вопрос в том, что как бы если вот у них в стране, я не думаю, что много денег, но почему-то они, у них получается. У наших. Ну, у нас вообще, знаете, такая страна немножечко своеобразная. Потому что Москву, Питер и все остальные города надо отделять. Это очень большая пропасть по уровню жизни, по уровню зарплат, по уровню как бы возможностей у людей. Те, кто живут в регионах, я думаю, у тех банально не хватит денег на какие-то уже очень высокие цели. А те, кто живут в Москве и в Питере, ну, почему они... Я, как-то, может быть, со Словакией сравнивать сложно, это все равно Европа. Во-первых, в Словакии наверняка более высокий уровень жизни, чем в русских регионах, к сожалению. И чтобы делать карьеру, чтобы выезжать на Олимпию, чтобы делать там серьезно, надеяться на карьеру там, нужно работать не только над спортивным результатом, нужно знать английский язык, нужно быть готовым к постоянным перемещениям в Америку. Потому что серьезной карьеры, живя у себя где-то там в городке в России, не сделаешь карьеры в Америке. Поэтому мне кажется, что наши спортсмены просто как бы не видят света в конце этого вот тоннеля бесконечной работы в проб, потому что ты же начинаешь с каких-то невысоких мест, понятно, ну, что да. Конкуренция сверхвысокая, и ты сначала, ты привык у себя быть чемпионом, а ты бац, поехал и занял там далеко не призовое место, и это не страшно, это не страшно, это нужно нарабатывать дальше, дальше, дальше. А у наших как-то теряется мотивация, потому что пугаются объема работы. И, в принципе, не только объема работы, но всей той... То есть требования. Да, требований, которые предъявляет про-дивизион помимо спорта. Потому что у нас почему-то спортсмены крайне редко знают английский язык. Это вообще большая сложность. Я не знаю, честно говоря, в чем, потому что английский язык, на мой взгляд, невеликая проблема. Но спортсмены наши его не знают. И говорю, просто, наверное, не видят, зачем, не верят в себя настолько, чтобы доходить до каких-то больших целей, больших результатов. Мне так кажется. Это, то есть надо брать пример вот с Оксаны Гришиной, то, что она вот четырехкратная, ну, чемпионка, да, Олимпии, да, туда уехала. Да, у Оксаны все получилось, потому что она поставила себе именно цель сделать карьеру в США. Переехала в США при первых, да, как бы признаках перехода в ПРО. И там уже живет, строит свою жизнь. Все, это как бы наиболее идеальный, да, идеальный вариант. А из России сложно, сложно поверить в то, что это прямо получится такая серьезная карьера. Такой вопрос, это уже ближе, наверное, тренировкам. Здравствуйте, Вячеслав. Слышали ли вы о низкокатаболической тренировке? И
Можете ли что-то, какое-то мнение свое высказать, свое понятие? Нет, не слышал. Это как? Ну, честно, вот это, наверное, мне надо... Кардио, может. Углом пользоваться. Если кардио, то я за. У меня спортсмены делают кардио в межсезонье всегда. Но как это тренировка на то и нужна, чтобы был катаболизм, чтобы затем, да, мы на восстановлении, на питании превратили его в анаболизм. Нет, честно, я не слышал. Как-то, мне вот это все кажется каким-то немножко путем обмана. Вот пожалеть себя, что там поменьше устать. Ну, не знаю, как-то само название меня смущает, честно, я не знаю, о чем речь. Ну ладно, с этим мы не разобрались. Ну, может, человек что-то хотел другое сказать. Нет, мне, наверное, не хватает знаний в разнообразии тренировок. У меня все тренировки не низкокатаболические. Я так не работаю. Дальше такой вопрос, он касается больше диеты. Вячеслав, практикуете ли вы с атлетами гибкую диету? И что можете сказать об этом вы? Ну, конечно, потому что идет же... Если всегда делать одно и то же, процесс встанет, то есть нужно смотреть, как идет процесс, и варьировать. Практикую, что ж. То есть так бывает, что дни атлет вообще без углеводов сидит, там пару дней потом может загрузиться? Нет, ну не пару дней, даже больше бывает. Смотришь на обмен веществ, то есть нет никаких общих схем, это сложно. Это невозможно подобрать одну схему для всех. И чем больше ты занимаешься, чем больше работаешь с людьми, чем больше примеров у тебя, тем больше ты понимаешь, что как раз только гибкая схема и может быть. На кого-то работает одно, на кого-то работает другое. Причем тоже разгоняешь обмен. А есть такие люди, у которых он не разгоняется. Ты иногда вот сидишь, думаешь, ну то ли он подъедает что-то. То есть это все всегда такой, ну, непростой процесс. Сказать однозначно, что вот там поставил 100 углей, и вот будешь это есть 3 месяца и высохнешь, нет, такого никогда не будет. Поэтому всегда приходится, ну не приходится, всегда варьируешь, ищешь на кого что, кому чаще загрузки, кому реже загрузки, кому чуть помягче вот этот вот общий период диеты, кому чуть пожестче, что, да, варьируем. Интересно. Такой вопрос, что может выйти, если тренировать ноги исключительно приседаниями и все? Что может быть, если что, хорошо... Что может получиться? Хорошие ноги могут получиться. Если хорошо делать качественно присед, ноги вырастут. Посмотрите на штангистов. Они же не делают все вот эти вот наши выпады, жимы. Им это не нужно. Штангисты делают только присед и выпрыгивание со штангой, да, и при этом они такие ногастые, такие мощные, у них у всех ноги уже даже в таком юниорском возрасте. Присед – это основа построения ног, поэтому если вы хорошо делаете присед, то, в принципе, этого для объема достаточно. То есть отдельно, к примеру, там бицепс, бедра, все-таки лучше, наверное, тоже тренировать? Ну, конечно, понятно. Просто если вопрос-то был, если только присед, будут ли ноги? Будут ноги, безусловно, будут ноги. Но бицепс бедра будет доставать, да. То есть сама форма ног может быть такая немножко, знаете, как колонна объемная, но не детализированная. Но при этом объем наработать можно. Заключительный вопрос. Он касается того, что человек пишет у друга высокий болевой порог. Занимаюсь гораздо дольше по годам. У меня все болит, когда качаю хорошо, у него после тренировки нет никаких болей. Как ему быть? Силовые тренировки или какие-то там высокоинтенсивные делать? И у человека, то есть, как бы ноги ватные на тренировке, а на следующий день ничего. То есть, либо вообще за этим не надо гнаться за болью после боль тренировки? Боль вообще не является показателем. Знаете, у меня есть спортсмены, у которых ничего не болит, и все прекрасно растет. То есть, надо следить за техникой выполнения, за объемом работы. Сказать, что вот обязательно боль, ну, пусть человек не потренируется недельку, у него потом все опять так заболит, что не дай бог.
Вообще, как бы, когда сильно болят мышцы после тренировки, это тоже показатель того, что немножко человек растренирован. Если мышцы в тонусе, если ты все время тренируешься, ты все время болеть не будешь. Поэтому, на мой взгляд, тут нечего бояться, нечего как бы сильно об этом задумываться. Просто особенность такая. Человек может быть в хорошей форме, и болевой порог высокий, ну, не доходит он до него, но если тренировочный процесс нормальный, если он как бы выкладывается и чувствует тренировку, ну, значит, все нормально, ничего. Мне не кажется это какой-то проблемой. То есть все равно не нужно так себя убивать, чтобы следующий Нет, день... Нет, именно специально доводить себя там до боли какими-то, я не знаю, издевательствами ненужными над мышцами, на мой взгляд, совершенно нет резона. Ну, в принципе, это был последний вопрос. Спасибо, что согласились, ответили. Я думаю, всем будет интересно, в принципе, всему сообществу атлетов России, СНГ. Ну, все. Спасибо. Всем, кто задавал вопрос.